деревня Рожки, вот так вот лес, тут тоже пруд машинами. Остановились вот сразу возле дороги, заброшка, посмотреть. Не поедем в саму деревню, так-то мы обычно проезжаем по деревеньке смотрим, но сегодня погода ненастная. Вот просто заглянем, тут такой дом стоит, никому не нужен. Ой, а тут-то все. Так, друзья, такая картина здесь. Смотрите, подполье было, ну, подвал был капитальный под всем домом. Полы содрали, вот кровать осталась. Сейчас в следующее окошко заглянем. Там чайник какой-то лежит. Полы сняли, ну, подвал был хороший. Ну, не в рост, но, может быть, тут засыпали еще, вот, может, даже в рост он был. Капитально сделано. Вот такой дом. Ну, вон свежий туалет стоит. Участок, он там ухоженный. Огородчик у кого-то, люди ездят. Кошина, видите. Сейчас посмотрим. О, друзья, висит замок. Ну, по окнам чисто посмотрим. Вот, разобрали. Деревни делаются. Вон какой-то домик заброшенный. Вот. Куда дорога пошла? Хороший асфальт. Потом съездим, посмотрим, здесь вот как бы жилая. Но много новых домов хороших. А это, видать, такой дом никому не нужен. Вот земельный участок. Но мы потом по осени, сейчас уже в основном яблоки упали, на следующий год будем просто ездить, смотреть, чтобы... дверь одна. Посмотрим. Вот так. Какие-то постройки были, видите. Камень. Участочек, а там дальше, наверное, речка, вон там мосток. Ну, вот такие дела. Вот местный житель идет. Здрасте. Пойдем посмотрим. О, так, тут еще что-то осталось. Ну, тут надо с фонарем. Печку развалили, половина. В ту половину мы заглядывали. Здесь вот начали полы разбирать. Ну-ка посмотрим под поле. Вот. Да, друзья, сделали помойку, видите, пакеты с мусором. Кому-то лень до контейнера было дотащить. Здесь-то. Вот так вот. Надо фонарик с собой брать. Ну и вот эта дверь. Сам жилой был. Вот. Теперь мы зашли с обратной стороны. Крышки. Вот такая картина.
Вот так. Вылезли на свет Божий. Пройдем по фундаменту. Вот поэтому. Не долбануться только нам бы. Нет, не пойдем узко сильно. Слезем вниз. А? Вот так вот. Ала. Ну, в следующий раз погода нормальная будет. Проедем за мост, посмотрим реку. Какую. Речушка Руя здесь чекет. Посмотрим потом. Летом будем в ней купаться. Ну вот. Вот от райцентра до нашей деревни Новоселье. 32 километра. Супруга гуляет. Вот такая дорога. Там маленько есть, похуже участок. Вот еще домик брошенный. Сейчас я обойду вон там по скошенному. Вот я прогулочка, видишь, между делом. Да? Сейчас я вон тот домик посмотрю еще, поснимаю. Маленько и поедем. Ой, красочина сквозь у меня уже. Все. Сезон муссонный начался, дождей тут, видать, надо это брать сапоги резиновые. Не знаю, что это за постройка была. Ой. Все, ноги мокрые. Жесть. Вот такая. Ой, да какой домик маленький, смотрите. Смотрите, он как бы это. Так. Да, фонарь надо, конечно. Доски. Маленький. Срубчик-то ничего, хороший. Не знаю. На баньку, мини-баньку можно было бы с него сделать. Ну, наверняка, наверное, хозяин есть. Он доски не гнил, и все. Ну, все. Разобрано. Все, тут такой домик, пристроечка, видите, верандочка как бы летняя была. И тут прихожечка. Вот такие пироги. Ну, ладно, походим. Все, машина трет. Деревня Рожки. Потом проверим там дальше ее.